Я еще хотел рассказать немножко про то, что, ну, я уже говорил про то, что у нас НЛП для жизни, да, концепт. Собственно, тоже похоже на Гагинский, потому как он тоже все поближе к жизни, поближе к жизни. Потому что мне вот на самом деле не очень нравится, когда я беру какие-нибудь синтоновские карты, допустим, гипнотические, а там примеры, ну, так составлены, что прямо в жизни так не говорят, вот, вот реально. Вот, и поэтому хочется что-то, чтобы оно вот помогало в жизни, да, и было применимо. Вот для этого мы урезаем программу НЛП практик частично и выбрасывая то, что неприменимо. И мы делаем там упражнения, которые будут у нас похожие на жизненную ситуацию. Возможно, мы превратим все это в итоге в игровой некий клуб, где будут там ситуации, похожие на жизненные ситуации, там, не знаю, на переговорах там, или в семье. И мы будем комментировать, как мы это применяем в жизни, да, для того, чтобы некоторые люди просто, мне кажется, Пока нет. А мы похожи. Да, все-таки все. Да, то есть, чтобы упражнения были применимы, и чтобы... Мне кажется, что некоторые люди относятся к НЛП и вообще к психологии как к некой науке, да, там, ловли драконов. Вот, то есть они как бы там изучают термины, что-то вот там относятся к этому как-то скрупулезно. А на самом деле, вот, ну, мне кажется, что вот мы для жизни это, да, делаем, то есть для того, чтобы там карьеру делать или для того, чтобы там с семьей общаться, да, там детей растить. Вот. И там, я думаю, что многие из вас, я думаю, тоже для этих же целей хотели бы, наверное, применять, да, не как науку это учить, а как так, прикладное НЛП, да? А если НЛП, коротко, Леша хочет сказать, что НЛПеры, да, это те, кто результатов достигает. Да. То есть это не те, кто вот надели мальчик, то, знаете, такой НЛП specialist is watching you. Да, то есть вот и все теперь боятся, что сейчас шаман наведет что-нибудь такое, прям болезни, или, да, не дай боже. Да. Все, вот. Нет, ну, мы наоборот, то есть, да? Мы никаких мальчик не надеваем, мы смотрим по результатам в жизни. Есть результаты. Да, значит, работает, да, коммуникация. Да. Если нет результатов, ну, то можно, конечно, надеть большие регалии на себя, так сказать, погоны, и, вот, да, и заниматься еще... немножко другим уже делом. Погоны в этом случае мы тоже, как бы, здесь тоже, в общем, практически, ну, отбрасываем мастеры, там, тренеры, кто чего проходил. По сути, есть то, что видно, что у человека получается, да, очевидные результаты, так называемые. То есть то, что видно, да, человек может он грузануть или не может он грузануть, да, этого человека. Вот, вот и все. И это единственный критерий того, чего наших результатов, да, здесь работа наша. Вот. А дальше там вы уже в жизни. И наши примеры, которые мы там будем приводить из нашей жизни, как это работало, они, я думаю, там, некоторым людям подсказывают, как это вот превратить из науки, да, во что-то юзабельное, как бы, во что-то такое, что будет пригождаться. Вот. Я, например, прям вот с матушкой, не знаю, у кого-то были проблемы с общением с родителями. Да, у тебя были. Да, вот я тоже. Там, да, отцы и дети все там, да, учили, наверное, это типичная проблема у людей, в принципе. У меня тоже было. У меня там даже были такие моменты, знаете, когда там до драки с мамой доходило. Не знаю, не у каждого такое бывало, я думаю, да, но вот, ну, бывали такие, то есть когда я был молод, да, там, потом, когда вот сейчас, когда я применяю эти навыки в жизни, я прям лучший друг, да, правда. Вот, ну, я понимаю, что вот, знаете, где у вас получается коммуникация, например, продаете вы хорошо, там не надо ничего. Не надо ничего. Там, а там, где вот есть проблемы, там, да, вот, ну, не знаю, какие-то, вот там надо, там уже можно пробовать, да, что-то применять, что-то использовать, потому что, ну, если есть результаты, не надо их ломать, да, как бы, там туда типа разнообразие вносить, да, как бы, сейчас я это своим там, родным, значит, это устрою. Вот. Вот. Поэтому, если есть результаты, есть как бы результат, а если нет, то применяем. Вот. Поэтому, в общем, мы и сделали этот курс, чтобы он был такой, передавать вот эти вот, то, что получается у нас, как нам кажется, и то, что нам кажется полезным в обычной жизни. То, что работает. Да, то, что работает, по крайней мере, как минимум у нас. Потому что, например, если взять какой-нибудь коллапс якорей, который преподается, по сути, вот я знаю, где это применяется, это там отучение от
курение там, или от еще чего-то там, от таких вредных привычек, но это терапия. То есть, если вы не терапевт, есть тут терапевт? Психологи-терапевты. Да. Нет, да, вот если вы не терапевт, то эту часть мы как бы выбрасываем, да, как бы, потому что ему не нужна она в жизни. По сути, если у кого-то есть какое-то применение жизненное, да, коллапсия якорей. Сами якоря, да, там, я вот, например, своим сотрудникам любимым устраиваю в пятницу, например, знаете, такое настроение у всех перед выходными, приподнятое. Вот, и я, значит, ставлю в конце дня гимн России. Вот, та-да-та-да-та-да. И знаете, они такие залыбаются, залыбаются, и все хорошо. Ну и хорошо, хорошо. Потом в понедельник они приходят и вот. Такие, типа, привет. И опять воткнулись. Вот, и ты опять включаешь, и все, настроение у них уже такие, та же улыбка, все прекрасно. Вот и все. Вот так это работает в жизни, это то, для чего мы делаем. Якоря сами, да, коллапс якорей нет. Вот так мы выбираем программу, перелопачиваем ее. И, возможно, это будет в игровом виде в каком-то более интересном, чем вот, в классическом. Вот. Ну и самая главная вещь, которая у нас будет... то есть, да, мы действительно смотрим на человека, да, мы к нему более внимательны, да, мы стараемся в его карте работать, да, из его убеждений. Вот, из его убеждений. И, соответственно, самая главная, разумеется, тема, которую все знаем, да, которая основа всей коммуникации, это наблюдение. Она же калибровка. Да, собственно, тема, которую мы начнем самый первый тренировать. У меня есть 18 домашних заданий. То есть весь курс, на самом деле, там есть домашние задания. Есть задания, которые мы будем делать, да, на калибровку. И это то есть, тот, кто надеюсь, что наблюдательность, да, там, определение эмоций типовых и всякое такое, надеюсь, что у вас встроится, да, и вы будете, так сказать, осознанно понимать, что там вам врут, например, да. Как вот калибровка в чистом виде, да, вот она база для всех остальных техник. Но в чистом виде, когда вам врут, вы видите, да, когда вы видите, нравится человеку, например, ваш товар, или рука и сердце как товар, если у вас там, да, там женщина. То есть нравится человеку или не нравится, это важный момент, да, как в калибровке. Согласен он или не согласен, да, важный момент, да, вот в калибровке. То есть когда мы видим, да, человек согласен с вами или не согласен, нравится, не нравится. Вот тут самые главные такие вещи, которые... Ну и плюс все остальные техники, которые вы просто смотрите, как они действуют, или не работают или не работают, о чем он думает. Да? Ключи глазного доступа. Ну, такая техника тоже. Можно, конечно, смотреть, ну там вот так он повернул, так. Вот, ну в жизни, вот по сути, ну применил он свое воображение сейчас. Ну, блин, ну, то есть, такие вещи будут меньше проходиться, да, у нас будут какие-то более наведения, да, там, человека, то есть, когда ты к нему подстроился уже, когда ты там по ценностям, допустим, да, к нему просто стал ему, так сказать, в одном поле говорить, да, ты ведешь уже из этого штуки, выбираешься там, да, в ту часть, куда тебе надо там, то действие, да, вот, там, куда тебе надо его привести. Например, там, в ЗАГС. Или, ну, мало ли, или в другую кассу. Поэтому.